Представители крупных российских компаний, участники стратегической сессии Национального конгресс-бюро, осматривают стадион «Самара-Арена». Красота футбольного поля впечатляет, но их, в первую очередь, интересуют другие возможности сооружения. Все эти компании раньше проводили свои деловые встречи и конференции за рубежом. Теперь из-за ограничений они обратили взгляды на внутренний рынок. И Самарская область среди тех регионов, которые могут достойно принять бизнес-туристов. У нас обширная развитая инфраструктура, у нас огромный колоссальный опыт в проведении мероприятий различного уровня, и этот опыт дал нам именно чемпионат мира, который прошел в 2018 году. Масса гостиниц, персонала европейского уровня. О возможностях делового туризма в Самарской области и говорили на стратегической сессии Национального конгресс-бюро. Для гостей регион может предложить большое количество самых разнообразных площадок для проведения конференций. Отели и рестораны высокого уровня, уникальные волжские красоты и экскурсии на любой вкус. Для области деловые туристы – это получение регионам финансовых средств и загрузка туристической сферы, которая пострадала из-за пандемии коронавируса. Направление делового туризма мы рассматриваем для Самарской области как одно из наиболее приоритетных. Действительно, сегодня в Самарской области располагается немало площадок для проведения самых различных мероприятий – культурных, массовых, деловых и иных. И наша задача действительно рассказать большому количеству заинтересованных людей о том, что мы обладаем таким большим потенциалом. Это уже вторая подобная презентация. После первой, которая прошла в сентябре, уже появились заинтересованные компании, которые хотят проводить свои мероприятия на площадках в Самарской области. Мы увидели площадки, на которых такого уровня, который изначально нужен московскому корпоративному клиенту, заказчикам корпоративных мероприятий. И те, кто уже посетил Самару, ведут переговоры как с отдельными отелями, так и с администрацией Самарской области о совместных проектах не только в 2021 году, но уже и на пятилетку вперед. Гости форума за три дня осмотрели гостиничную инфраструктуру, рестораны и бары, площадки, где можно заниматься активными видами спорта, знаковые места Самары и Самарской области. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.